Единственная мышца в твоем теле, которая сделает тебя визуально шире, это средняя дельта. Начнем тренировку с предварительного утомления. Сделаем жим лежа с гантелями. Эксперименты с разными типами веса приветствуются, но только с головой. Далее разводка на грудные. Переходим к средней дельте. Делаем тягу штанги к подбородку. Большой вес тут не нужен, сделай акцент на технику выполнения упражнения. А именно, старайся поднимать локти как можно выше. Это ключ – попасть в средний пучок. Ну и добьем наши плечи махами. Делаем дропсет в отказ. Ничего не имею против читинга, но максимально подконтрольного. Не нужно закидывать гантели выше головы. Следи, чтобы локти были выше кистей, а мизинцы направлены вверх. Растем дальше.